66 юношей и девушек дали клятву на верность родине. До этого все они преодолели трехнедельный курс на базе национальной армии, где выучили на зубок устав, а также прошли огневую и тактическую подготовку. Церемония принесения присяги состоялась в военной академии имени Александра Чолбун. Богдан Мизернюк говорит, что с гордостью присягнул Отечеству. Я выбрал военную академию, потому что после 3 лет обучения получаешь высшее образование, а затем 5 лет работы. Мне это понравилось. Почти треть курсантов – девушки. И Елена Кобан – одна из них. Мой отец военный, и я с детства увлечена таким образом жизни. Тут у меня будет стабильная работа и зарплата. А кроме того, я получу много опыта. Я горжусь тем, что она решила пойти по моим стопам. Она прошла курс выживания на полигоне и надеюсь, что в будущем тоже справится. Ректор военной академии Анатолий Букуч с радостью отмечает, что с каждым годом желающих поступить все больше и больше. Академия милитара практика для сигуры тот инвестимент на Академии милитара есть игра. Военная академия практически обеспечивает им бесплатное образование, проживание, питание, учебу. После окончания академии Минобороны предлагает им гарантированное место в одной из воинских частей национальной армии. Разумеется, социальный пакет и достойную зарплату. Пакету социал и салариу дечент.